Это было круто! Это было новое измерение в стрельбе! Впечатление хорошее. Жалко, времени не хватает. Кушать хочется. Санкт-Петербургский лучный центр рад представить вам новый вид практической стрельбы из лука – стрельбу по движущимся мишеням. Идея практической стрельбы из лука витает в воздухе уже давно, но она была воплощена только в 3D-стрельбе, а именно в стрельбе из лука на пересеченной местности по фигурам зверей. Стрельба по летающим дискам была анонсирована в начале 2010 года во Франции, в городе Ними, во время чемпионата Европы по стрельбе из лука, и была встречена с большим энтузиазмом. Для стрельбы используется машина для стендовой стрельбы, то есть стрельбы по тарелочкам, но адаптированная для подбрасывания дисков французской фирмой Laporte. За прошедший год новое развлечение нашло множество своих приверженцев в Европе. Теперь эта машина появилась и в России. Сама по себе машина в сборе имеет высоту около 2 метров, длину 1 метр 20 сантиметров и весит около 120 килограмм. Работает она от автомобильного аккумулятора. На поле она переводится на колесах и изготавливается к стрельбе одним человеком. Управляется одной кнопкой с выносного пульта с кабелем длиной 25 метров. Диски диаметром 25 сантиметров и толщиной 5 сантиметров сделаны из трехслойного упругого материала, выдерживающего, по заверениям фирмы Laporte, до 500 попаданий до потери формы и до 5 лет эксплуатации на открытом воздухе. С каждой машиной в комплекте идет 64 диска. Высота вылета регулируется натяжением боевой пружины. Угол вылета плавно меняется от 0 градусов до 90. Комбинация этих двух настроек дает множество вариантов тренировок, как на открытом воздухе, так и в зале. Наилучшим началом нам представляется стрельба на дистанции 10-12 метров по дискам, вылетающим вертикально вверх. Мы рекомендуем стрелы с оперением флу-флу, легкие луки и поле длиной 50-60 метров для стрельбы на открытом воздухе. Такие стрелы не летят далеко даже при стрельбе под углом к горизонту, а для комфортной стрельбы на каждого желательно иметь не менее 6 стрел. А скажите, пожалуйста, о своих впечатлениях. О своих впечатлениях о машине? Замечательно, особенно когда попадаешь вот в первый-второй раз. Вот не ожидая, стреляешь, и раз, попал, просто такой восторг. Штука замечательная. Честно говоря, отличная вещь. Очень мне понравилось. Сейчас буду еще попадать. Это прекрасный новый вид спорта. А скажите, пожалуйста, свои впечатления. Какие впечатления? Трудно, но на самом деле так необычно. Такого не было в России ни разу.